Привет, меня зовут Норта, на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой возвращаемся к Тапсу, к легендарной, собственно, игре. Вспоминаем, на какой мы компании с тобой завершились. До Дикого Запада мы не... Да. Не да-да. Вообще не да-да. Вот. Вот тут да-да. Да-да? О-да. Так, подожди, а тут почему тоже не-не? Эпоха против Средневековья 3. Чем-то недоступно. Так, подожди. Тут мы все прошли. А тут не все прошли. Давай попробуем. Чего нет-то? А что они спиной-то стоят у меня? Ну, 5000, как бы, я не помню уже ни хрена, на самом деле. Ну, как бы, можно вот так вот сделать, на самом деле. За 4. 1000 еще остается. 1000 это... Ну, давай, наверное. Как-то так. Да и все, мне кажется. Минус только в том, что танк своих немножечко, как бы. С другой стороны, смотри, они эпично разлетаются. Мне кажется, нормально. Опа. Хорош. Вид полетел. Эпичный кадр был. Ну вот эти вот остались чуваки, ну как бы они вполне могут полететь. Или что они там орут? Там вот кто-то куда-то еще не алё. Ты своих-то не бей, дурачок. Воу. Все, до свидания. Ну все, несложно вообще. Чё? И да Винчи недоступны только мушкетеры? Как бы, в смысле? Как подлетать, я не помню. Как подлетать, я не помню. Чтоб надо нажимать. Да пофиг. Вау. Как-то можно было поворачивать, как? Я ни хрена не помню вообще. Пофиг. Так, своего одного убили, это плохо. Но они перезаряжаются капец как долго. Их бы на самом деле поставить. Я смотрю, что выстрелы их не просто сбивают, а немножко относят. Их бы поставить, чтобы вот сюда вот посносило их. С острова этого. Ну, вряд ли у меня так получится. Надо куда-то их прятать, это очевидно. Да. Хрена, смотри, что творится. Я ему втащил. Хорош пообщались. Так, давай попробуем. Я даже не знаю, как-то надо выманить вот сюда. И как-то надо выманить вот сюда. Я не помню, как здесь вот управляться. Вот и вот менюшечки у нас. Я ни хрена не помню вообще, серьезно. Вот вверх-вниз я нашел, а как поворачивать, я хрен узнаю. А непонятно. Чё тут, куда тут? А, во, F. Во. А фиг, оно возвращает. Ладно, давай мы попробуем. Поставить этот один поставился не туда немножечко. Я не знаю, будто они падать или нет, но нам нужно попробовать. Этот наверняка упадет, потому что он над водой. Надо не в воду, надо куда-нибудь прятать. Сюда, наверное. Я не знаю, сработает эта фишка или нет. Бедный. Не распейся, только все, капец. Ты выжил там, нет? Дурачок. Это шо вот у тебя такое? Я, говорит, висю, да. Вот это. Я, говорит, висю. Шо ты там прыгаешь, станешь тут? Ребят, люди смотрят так, на секундочку. Ну их, походу, устраивает. Да.
Ну, у них своя атмосфера. Ты понял, да? Давай пробовать. Ну, не сильно работает, видишь, их не относит вообще. Тот выстрелил, не сработало. Вот это вжух сразу, до свидания. Но! А, эти пошли обратно. Мне бы одного на самом деле оставить. Так, один улетел. Он не так улетел, как мне хотелось. А, спасибо. Не так улетел, как мне... Вот, вот, вот. Ёперный тел. I believe I can fly. Да, вот это все. Ты нормальный, нет, дядь. Ты че? Ты там не алё или куда? Ёперный театр. У этих тут что, господи? Что это вот это вот? Судя по взгляду, ему нормально, да. Что-то сегодня плюс 18 какая-то серия получилась, честно говоря. Эти вообще там тусят. Нормальные. Ясно. Этот все, ему не наливать больше. Ну, теперь я понял, почему у нас немножечко подвисла эта серия, потому что как бы, блин, это непросто. Это как бы непросто немножечко. Да хорош тусить, чуваки. А, пробел вверх. Не очень удобное управление камерой здесь, честно говоря. Очень неудобно, я бы сказал. Ладно, давай попробуем тогда их вот в этот грот завести. Пару штучек. Ой, вот этого надо убирать каким-то образом. Потому что мне кажется, он ляснется. Давай, с этой стороны поставим. А и тут пару штук поставим. Все, эти стреляют сразу. Один минус у нас сразу. Два минус, три минус. Ё-моё, не сработала моя фишка. Трех потерял на ровном месте. Четырех потерял. Кого-то кто-то сам себя убил. Так, минус. Вопрос в том, что... Ё-моё, это нифига трясется. Вопрос в том, что действительно падает. Ух ты, а тут место интересное, смотри, какое. И у нас вот те еще ребята есть. Вот они сейчас стрелять будут и будут скидывать. Я вот на что рассчитывал. Нет, не будут скидывать. Мало того, что они друг по другу стреляют, идиоты. Ну тот все, тот застрял. Мне надо успеть взять вот этого дядьку. Ты ж не успел. Блин. Сложно. И здесь вот я уже не могу. Было бы классно за стеночку поставить. Ну, остается прятать их куда-то сюда. Мне кажется. Стой! Wow. Не сработало, они поразбивались. Я искренне надеялся, что сработает. Нет, пара там все-таки осталась. Но они тоже сейчас вообще получат. Да. В этот раз погибнет гораздо меньше королей, потому что... У нас ребятки просто попадали. Да ладно. Тут хрень творится полная. До одного они долезть не могут. До этого вот. Все, долезли. Чувак, беги. Чувак, беги. Беги. Эй, оп. Пошел в жопу. Тебе. Стой. Стой, не ори. Куда ты выстрелил, идиот? Ну, он пошел. Он дурачок. То есть они все здесь тусят. Им нормально. Это просто вот сейчас... Ну, попадите. Все. Нереально. 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 Ну, пока дойдут вот так вот.
Ну, только так, мне кажется. То есть пока первую, на первую линию они будут агриться, а вторая линия подойдет, расстреляет. Пока они будут бить первых, вторая, возможно, успеет перезарядиться. Ой-ой-ой, хорошо, ой-хорошо. Скинули. Так, пара ушла. Но это уже несколько атак, это уже несколько погибло. Но, ух, как они раскидывают. Мамма мия. Не, все, сблизка это бесполезно. Вот ты посмотри, осталось их не очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шестой живой вот там вот. Ё, какой замес тут у них эпичный. А как тебя повернуть-то, чтобы видно было всех? Просто, конечно, эпич. Полнейший эпич, по-моему. Так, это сработало. Давай сделаем по-другому. Так, вот сделаем. Может, выживаемость повысится. Они не так плотно будут стоять. Свои не будут попадать. Вот, видишь, сработало. Все выжили. После первой атаки выжили все. То есть свои уже не прострелены. Так. Пока что только один погиб. Это очень плохо. И вторая атака уже, походу, третья атака. Уже, походу, не будет ее. Не дождутся. Нет, пару человек успели выстрелить. Но результат отвратительный, на самом деле. Выжило гораздо больше. Да, они тупо попасть по нему не могут. Так, они зарубали своего. О, это да. Ты живой там, нет? Я не понимаю, он живой, нет? Что это вот это вот что? Это вот что это вот? Это вот что вот это вот так? Пир королей какой-то, что вот это? Так. Ну, в принципе, можно раз сосредоточить вот этих попробовать. Поскольку первая колонна у нас свое дело делает вполне неплохо. Плохо делает вторая колонна. Можно вот так вот сделать. А этих вот так вот попрятать. Так и красивее смотрится, и... Ну, давай проверим. Нет, видишь, уже не так эффективно, уже двоих убили своих. Но успевают перезарядиться на вторую атаку вполне неплохо. Но при этом почему-то... А, два. Ну ладно. Но это слабо, это все равно очень слабо. Всего двое. Трое. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть опять осталось. Осталось снова шесть. Не успел. Думал, может, отойду. Так. Самого краешку ставим. Самого краешку ставим. Ближе к краешку ставим. Пусть чуть меньше будет эффективность стрельбы. Пусть. Так, это сразу минус, но он успел выстрелить. Того тоже убили. Хорош! Срубили одного. Хорош! Так, упадет хоть один? Yes! Хорош, сработало. Уже. Сколько? В итоге раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь осталось живых. Ну давай. Ё-моё, как карабин летает. Давайте. Не успел. А, они попадали просто. Попадали, но выжили. Хана себе. Так. Этот у нас, значит, падает, его чуть поближе. Ой, как кучно пошло. Но при этом двоих убили. Так, этот упал, выжил. Этот упал, выжил. Нет, этот упал, не выжил. Все-таки он падает. Считаем. Раз, два. Три, четыре, пять. Шесть. Умерло. Но осталось очень много. Почему их так много остается, я не понимаю.
Ну, вот там вот один остался, мы посмотрим, что с ним будет в конце. Достанут они его или нет? Сдается. О, красиво накрыл по голове сверху. Так. Ну, можно попробовать вообще, в принципе, вплотную вот так вот. Но мне кажется, что очень много помрет. Они друг друга будут палить. Ну и опять же, первая атака, дальше все. Хорош! Ну, при этом, смотри, сколько умерло много. Ну и у них дофига. Ну это все, они не успевают вторую атаку сделать. Да, видишь. Это бесполезно. Это бесполезно. Все-таки вариант вот такой, наверное, гораздо лучше. Вот такой. Гораздо лучше. И давай все-таки поставим как-то так, наверное. Но на всякий случай спрячем. Так, двоих, троих. Убили, но и троих убили их. Уже на одного больше. Так, они идут плотно, они попадают друг по другу. Это неплохо. Но не сработало. Все выжили. Нет, один. Один погиб всего лишь. Не сработало. То есть первая атака лучше. Больше народу стреляет на одного человека. Больше погибает одного противника. Блин, я не знаю, что делать. Нас, кроме мушкетеров, никто не доступен. Надо что-то вот с этими ребятками делать. Надо их как-то так расставлять, чтобы прям вот просто вот... Я без понятия, честно говоря. Как это делать? По-моему, вот это вот единственный вариант. Стой! Нет, все. Мне надо успеть. Блин, я не успеваю в него. Не, и я пошел. А, ясно. Ну там я был. Что это было? Я вряд ли успею, но я попробую. О, нет. Мне нужно успеть в этого чувака. В этого чувака я не успеваю, поэтому я этого чувака поставлю вот сюда. Это единственный вариант. По-другому я не выиграю эту катку. В принципе. А так они пойдут, они попадают. Я останусь жив. Минус. Не попал. И что? И ничего, они не падают. Я думал, они попадают. Ладно, давай мы вот сюда подойдем. Поближе. Я не вижу, что они делают. И что? Я не понимаю, куда он стреляет. Он куда-то вверх стреляет. У меня какой-то контуженный, что ли, я не понимаю. О, так можно было. Что хотел? Что хотел, дядь? Не, хандабюры. Что ты там орешь-то? Придурок. А где остальные, я не понял. Почему он один орет? Он один орет, а почему остальные куда они делись? За прикол, иди сюда, дурачок. Хандабюры! Ну, а ты думал? Хандабюры. В смысле? Это вот сейчас было. Вот что это такое? Да я понял, блин. Все. Все. А куда они делись? Они пропали просто. А, так реально сработало, смотри. Эй, дурачки, я не могу просто. Вот это да. Да. Короли-дурачки. Уоу. И 3000.
Блин. Ну, у меня не хватает. Ну, давай мы попробуем просто. Я не знаю, насколько они мощные, я уже не помню. И, наверное, давай вот эти вот получше, ребятки, будут. Так, вот их сюда на центральную поставим. Куда ты поехал, дурачок? Куда ты? Господи, что он творит? Я не понимаю. Все, до свидания. Ну, один ста... Ё-моё. Вот как за 3000 можно вот это победить? Я не понимаю. Ну, коник, в принципе, неплохо себя показал, если бы не лучники. Нет, не сработало. У него что-то в него прилетело очень красиво прям. Эпично, но он успел выстрелить. Прям такой эпич неплохой. Ну, в смысле, как тебя поймать-то? Ну, наверное, пусть так будет. Так, коники нам не помогают вообще. Ну, давай, сколько они, 200 стоят? Как-то вот так попробуем. Так, попадает вот этот арбалет в своего, я не помню, как называется. Эти лучники гораздо мощнее наших. То есть они с первого выстрела убивают. Наши не убивают. Наши убивают только вот как-то вот так. Хорош, прям на него упал. Но это бесполезно, конечно, потому что великая толпа. Осталось же... Ёперный театр. Еще и в чепчик ровно получил. Еще и получил ровно в чепчик. Так как-то, наверное. Нет, не ровно в чепчик. Не суть. Не меняет это обстановки совсем. Ну, есть вариант один, но я вряд ли успею. На самом деле. А, все, он застрял, хорош. Пробуем. Неплохой кадр был. Так, тут походу все, да? Походу все. Да, этот в чепчик отгреб. А, там еще одна леопарда. Ну, давай проверим. Что будет? Ясно. То есть, в принципе, бесполезно. Это в принципе бесполезно. Что у вас тут происходит? У двоих опять. Что это такое? Чем вы занимаетесь тут? Я не понимаю. Чем они все здесь занимаются? Что это такое? Ясно. Какой ужас. Так. Нет. К сожалению, и это не сработало. Абсолютно никаким образом. Мой дуэлянт немножечко отгреб. Да. Сложные пошли катки очень. Ну, на самом деле, можно попробовать немножко попрятать вот так вот. О, господи, как ты сюда попал? Немножко попрятать, потому что, ну, кроме хитрости, тут, по-моему, не вариант что-то другое использовать. Так вот. И, блин, мушкет. 250. Ну, давай мушкет попробуем. Они залазят! Но сработало, ты посмотри. Сработало. Их надо просто меньше. Они отвлекают на себя. Они отвлекают на себя, все отлично. Наши сейчас расстреливают, просто расстреливают. Сработало. Хорош. Тут разнесли. Этот пошел зарисовывать. Хорош, сработало. Тактика перфекту просто. Минус. Че бы арбалет ляснули. Но это сейчас художник на себя отвлечет, мне кажется. Хорош, все, мы нашли выход.
И все, художники пришли, получили в чепчик, и дальше они заняты теми художниками. Нормально. Так, минус. Успеваю выстрелить. Дуэль эпичная. Нет, все, капец ему. Ну, я просто чуть помог. Потому что он сам отойти не догадается. Может, отойдешь немножечко, нет? Дурачок, блин. Своего не стреляй. Сейчас в тебя попадут. Так, стреляй. Что вот этот вот творит, я понять не могу. Это что за финт ногами такой? Смотри, как он стреляет. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Что это такое? В своего попал. Хорош. Эпичная битва. Вон, там подругались уже. Все нормально. Друганы. Хорош. Минус. Ну, катка явно выигрышная. Можно было больше поставить, чтобы быстрее было. Можно было меньше вот этих вот ребят. Вот этих можно было убрать, хотя бы плюс один сделать. Да и этих, в принципе, я туда зря нанимал. Еще один боец был бы. Они перестали попадать, мне кажется. Мне кажется, они перестали попадать. Куда ты стреляешь вообще? Ты идиот, нет? Сюда. И что это было? Ровно в этого он жив. Они перестали умирать. Я фишку не понимаю. Что за бред? Все, они не умирают больше. Что за читерство такое? Они реально своих отстреливают почему-то. Да. Короче, это будет очень долго. Так, давай мы, наверное, так вот сделаем. Поставим еще по одному. Вот этих мы тоже убираем всех. И убираем еще одного здесь. Ставим сюда. Посмотрим, насколько сильно результат поменяется. Офигенно результат поменялся. Минус 4. Халяль, действительно. Ой-ой-ой-ой! Где ты там вообще? Не попал. Все, проигрышная катка. Катка, проигрышная катка слита. Что пошло не так? Давай, все-таки. В разные места их понаставим. Нет, тут сразу получит табло. Вот так. Просто, чтобы они отвлекали. Вот, может, сейчас вообще получает хорошо. Минус. Да. Пушка на него разрядилась. Сработала. Хорош. Сработала. Хорош. Красавцы. Куда? В толпу? Нет. Смотри-ка, уклонил. Ни хрена ты, мастер кунг-фу, слышь? Ну тут вообще, типа, я дерево, отстаньте. Так, тут, как обычно, один дурачок застрял. Идиот, блин.
На, стреляй. Этот зачем-то прям туда пошел? Зачем ты сюда пошел? Кто тебя просил? Но у нас пушка живая. У нас живая пушка пока что. Живая, но она при этом не стреляет. Они стреляют, серьезно? Не очень это действие нравится. Надо было кого-нибудь мушкетера, что ли, одного взять, я не знаю. Они не очень попадают, они не попадают, собственно, вообще, я бы сказал. Видишь? То есть вроде результат получше, но все равно. Раз, два, три, четыре. Пятый и шестой у нас остался в живых. Нет, минус. Этот пошел драться, спровоцировав. Это неплохо. Хорош, вышли, красавцы. Все. Победа! Здорово. Давай на этом сегодня завершим. Спасибо тебе большое, что смотрел или смотрела. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Обязательно нажимай на колокольчик, если тебе не сложно. Возле лайка, дизлайка, стрелочка поделиться. Обязательно поделись. Также в описании есть ссылочки на плейлисты с другими играми. Есть ссылки на группу ВКонтакте и Телеграм. И есть другие соцсети. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока. Пока.